селе Приволье у местных жителей настоящий праздник. Кранах бесперебойно течет качественная питьевая вода. Реконструкцию системы водоснабжения поселка люди ждали несколько лет. И сегодня благодарна главе региона за помощь в решении этого вопроса. Я родилась и выросла здесь. Поселок у нас очень хороший, красивый. Воздух чистый здесь у нас. Спасибо большое губернатору за водопровод, за газ. Ну, село очень хорошее у нас. Фонари какие повесили вот на водокачке, как в городе теперь. Сметная стоимость проекта из бюджета в трех уровней составила более 22 миллионов рублей. На эти деньги подрядная организация проложила 5 километров водопроводных сетей, построила две новые водонапорные башни на 50 кубометров воды, установила 25 водонапорных колонок. Сеть также оборудовали 25 пожарными гидрантами. Ну, колонки со временем, конечно, будут отпадать. Люди будут сейчас уже привыкли, чтобы вода была в доме, чтобы правильно открыли, и утром, и вечером она была. Вот то, что она будет у них в доме, это гарантированно. Для решения масштабной задачи повышения доли регионального населения, обеспеченного качественной питьевой водой из центральных систем водоснабжения, губернатором утвержден проект повышения качества водоснабжения Ульяновской области на период до 2024 года. Ход реализации документа обсудил Сергей Морозов с главами районов по видеоселектору из Кузоватовского района. За прошедшие годы мы сделали огромный объем работы, нам есть чем гордиться, но вместе с тем у нас есть еще огромное количество проблем, которые, несомненно, волнуют людей. В развитие сферы водоснабжения и водоотведения из бюджета с 2006 года было направлено около 2 миллиардов рублей. Выполненные работы в 2019 году позволили получить качественную питьевую воду для 85 тысяч человек, проживающих в 59 населенных пунктах, одно из таких сел – Приволье, где побывал министр перед совещанием и встретился с местными жителями. Весной закончили по методики, которые коллеги из Минстроя Российской Федерации нам представили, инвентаризацию сетей. И мы увидели, что сети со степенью износа свыше 70% требуют практически 45 миллиардов для того, чтобы их восстановить, модернизировать, в том числе по современным, новым доступным технологиям, учитывающим цифровизацию, системы подготовки, очистки и санитарно-защитные зоны, обеспеченные в соответствии с последними требованиями правил и норм эпидемсостояния. Вода – ценнейший природный ресурс, поэтому обеспечение качественной питьевой водой каждого жителя страны сегодня становится важнейшей стратегической задачей правительства Российской Федерации. Проблем достаточно, но есть и пути решения. В Ульяновскую область будут привлечены дополнительные средства федерального бюджета в рамках общероссийского проекта «Чистая вода», национального проекта «Экология» и государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий». Только на период пятилетнего плана финансирование работ из бюджета всех уровней составит более 3,4 миллиардов рублей. Наталья Чумаченко, Данил Сурков. Новости Улправда ТВ.